собрались в кафе, мы заказали вот такой вот сыр. Мы уже его, правда, начали кушать, очень вкусный. Вот так он выглядит, поджаристый, с вот такой вот шкурочкой. Так, вот такое блюдо — хумус. Оно здесь очень популярное. Мяско. But I don't know what is it. Seeds? It's like a seeds. No, it's from tree. Понятно. Это, короче, что-то из дерева. Ну, во всяком случае, попробуем, и я вам скажу. Так, нам принесли вот такую вот курочку с овощами, шашлычок. И самое вкусное — это картошечка печеная, залитая сыром. Специально для нас это сделали. Видите, она еще вот скворчит, то есть она еще горяченькая. Я думаю, что она очень-очень вкусненькая. Как вот она выглядит? О, какая аппетитная штука! Обалдеть! Ладно, мы сейчас попробуем, тогда вам все расскажу. Так, нам принесли чек. Он составил, ну, на доллар это 26 долларов. Значит, картошка, да, картофель запеченный в сыре. Потом кашкаван. Кашкаван — это вот это, да? Кашкаван. Кашкаван — это просто. А, кашкаван — это вот сырный, как хлеб нам приносили. 1,5 литра воды. Потом нам принесли make beer. What is it? Кпир. Ага, вот это вода. А soft drink? А, это 7-Apple. Дальше. Хумус с мясом и с орешками. И батата. What is it? Ага, вот это вот батата. Картошка запеченная. Вот это, наверное, была курица. Да, курица, точно. И да-да-да, сюда еще входит в стоимость чесночный соус. Вот такой вот. И хлебушек. Это все составляет 26 баксов. Это кафе находится в районе Петрун. Это Горный Ливан, Маунт Ливаном. Да, это Горный Ливан, и кафе называется как? Кар, о боже мой, give it to me. Карен? Дареб. 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 Вот так вот. Здесь, в принципе, все уютно. Очень много есть разных... Смотрите, здесь есть вот детская площадка, где вы спокойно можете оставить своих детей. Все безопасно, ограждено. Есть внутренние залы, внешние залы. Все спокойно, вы будете сидеть на свежем воздухе. Поэтому будете здесь — обязательно приходите и будете наслаждаться вот такими вот пейзажами.